Уважаемые зрители, Вербовский Ньюс. Доброго времени суток. Новости понедельника, 10 мая 2021 года. Номер 1. Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, заявил, криптовалюта – это перспективный актив. Однако, инвестировать в него следует с осторожностью. Об этом миллиардер написал в своем Twitter. Номер 2. SpaceX может в ближайшее время осуществить повторный запуск прототипа ракеты Starship, который накануне совершил свою первую успешную посадку. Об этом глава космической компании миллиардер Илон Маск сообщил в Twitter. Номер 3. До 20 мая компания Google должна исполнить решение арбитражного суда Москвы и восстановить аккаунт телеканала «Царьград» на видеосервисе YouTube. Или подать апелляцию. В противном случае с российского ООО Google начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу «Царьград Медиа». Ее начальная величина составит 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. При этом сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза. Через 7 месяцев размер неустойки достигнет 94 триллиона рублей и почти сравняется с капитализацией материнской компании Google – Alphabet. Номер 4. Инженеры Tesla в разговоре с чиновниками усомнились в том, что компании удастся сертифицировать технологию полного автономного управления ее электромобилями до конца 2021 года. Свои сомнения они высказали представителям Департамента транспортных средств Калифорнии, пишет Reuters со ссылкой на служебную записку регулятора. Номер 5. В Telegram открылась вакансия персонального ассистента генерального директора компании, миллиардера Павла Дурова. Уважаемые зрители, творческий коллектив Вербовский Ньюс поздравляет вас с прошедшими праздниками и желает вам энтузиазма в ваших делах и начинаниях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.